Тут у меня 20 кадров, а даже ладно. 20. Паша, ты туда. Не знаю пока. Я тоже. Сейчас на горку схожу. Если мы выше пойдем, просто я смотрю. Куда они ориентировочно ходят? Они ориентировочно едут северо-восток. Восток вообще. По идее, на Икарус. Они, у них Икарус и Лада, то есть они на чем-то из этого едут. Они на Икарусе приедут, вы их услышите, если они припрут. Потому что у них либо Икарус, либо Лада. В Лада 4 человека, а в Икарус большой количество. Бля. Я поигрался, не скатывайся. Надо бы ее смазать. Надо, надо позиция. Ну хорошо. Катимир по горкам катается. Чисто суровая Россия. Вот тут, кстати, Паша можно реально... А музыку из дома слышно? Да. Тебя-то хорошо слышно. Тиган, да. А у них типа черная форма или какая? Полиция МВД, у них броники зелененькие, вы их точно распознаете. У них черная форма обычная. Вот тут мяч можно поиграть. Пальба. Да они мячик играют. Едет. Вот в эти трубы, вот в эти трубы. Да, едет этот бусик, наверное. Карус. Тебя будут митинги разгонять. Я за трибунами лучше тут. Окей. Okay. Ты знаешь, вообще не слышу. Вырубай свою ебаную музыку. Тут. Как сосед. Давайте... какой-то. Сосед. Давайте забаню. Давай. Подумай. Серёза сидит как сосед в выходной день. Дебил. А что, на поле слышно, что ли? Да слышно вообще, блин, за километр, наверное. Едут, едут, я восток. Откуда? Понял. И автобус, и машина. Ай. Я понял, встречай, давай. Ты на крышу, что ли? Ну тут нет, он в здание стреляет. Машина проехала. В город заехали, да, уже. Ага. Промотите их в городе, короче. Сейчас с ПМ встречу. Пойду с Айгой поставлю. Да-да-да, сейчас выходить буду. На шо подпередите сразу. На 66 человек во дворах. Я справа жду. Я под забором. У тебя гонза получилась. 66 человек во дворах. Вижу, вижу, где машина, они возле, короче. 66? Они возле больницы, да, остановились. Ух, Сайга. Да, зато на колеса сразу сносит, но выстрел. Они точно не уедут. Звук узнаете? Так, отстрелял один магазин. Нагло стырен с Вога. Бывшего. На два. Слушай, а у него дамаг такой неплохой, у Сайги так-то. Грибовика. Ой-ой-ой-ой. Кошматы. Юг. Ну, объектов много. На юге где-то. Паша, живой? Да. Понял. Это по тебе, что ли? Нет. А, да, ты где больничка? А, понял. Ну, я тут, мы с Пашей тут за стенкой больницы шарим. Я уже ушел оттуда, я в магазинчик пошел. Я понял. Гонза, тут... что, видишь что людей? Вижу, вижу. Где они, далеко? Из дома что стреляют? Они, да тут на 60 выйди, в другую сторону, в другую квартиру выйди просто. Ты должен и будешь их видеть, они через забором получат. Они насквозь проехали, что ли? От больницы на 40, короче. Она больница, он на больнице. Я на больнице. Хатап на больнице, не стреляйте по нему. Нас, кстати, вот в сторону зоны подойдите, потому что зона захватится. Здесь. Там недалеко от спауна. Там я так и не понял. Масляный какой-то убил. Надо перезагрузиться. У меня... Подлагивается? Не, не записывается, видео рубается. Походу меня Дитус убил. Хотя стоп, вряд ли у них положил. Так, кто же меня, Алекс, что ли? А, у них походу... Слышишь, меня походу убил.
Вон цветка. Да-да-да, он меня очень хорошо видел. Интересно, Хаттаб сейчас убьет этого Алекса? Что он это подозревает? Да, как гранаты только. А постан-то зажал. Пиздец. Что он делает? Оу. Все? Минус опоздан. Ага. А, нет, его быстро. А, нет. Капец. Ой, арма. Он через забор, что ли, убил там кого-то? Меня убил. Через забор? Ну, вроде да. Жесть. Это нормально, что я могу смотреть именно чисто от прицела? Там какая-то кнопка была, я не помню. Чисто вижу прицел. Алекс еще не нашел свою смерть. А, нет, нашел. Но Хаттаб что подозревал очень долго. Mm-hmm. Он прям на слышал. Я так и знал, что на крыше кто-то роется. Я вот жопу не знаю, потому что где-то передо мной. Ты что, в больничке был? На крыше. А я вообще в основном, смотри, в домах засели, а мы как это... Как гуки какие-то, а мы, блин, бегаем. Пытаемся. Я еще на КВ-шке был, слушал, типа, там говорят под больничкой. Я такой думал, блин, под больничкой, но я же бегал в открытую, по мне не стреляют. Значит, где-то в другом месте. Эх. Что там с Питерс со Сдоником? А увидели, как я влетел с двух ног просто? Я на этой ладе влетаю в город, по мне стреляют, потом взбивает колесо, я ёбываюсь бордюр. На парашютике. Где? Ну вот, смотри, на парашютике падает. Бочка какая-то. Надувная. А? Мягкая бочка. Может там С4 есть какие-то и так далее? Сейчас этот город взорвется. Просто не знаю, у меня был детонатор, но взрывчатки не было. Вообще есть какой-то, знаешь, какие-то точечки, похожие на лампу, может какая-то, типа, знаешь... Светозвуковая ловушка или что-то типа. Я думаю, как он меня видел? У него, блядь, оптика. Нормально. О, он пропал, слышь? Пропал. Угу. Мне понравилось, как я влетел на ладе просто. Он меня стреляет, Постант, я ничего... повернись. Че, не видишь, что ли? Нашел, Аня. Не, не видит он их. О, прям к ним идет. Ты хоть перезарядился? Смотри, смотри, они не видят его, он их не видит. Все, походу, мы жопу. Ну, я не знаю, у него сейга. Кого? А, я сейчас с вами спали. Все, все. У опозданта. Все, хана опоздан, смотри. Не-не, он знает. Не-не, он не видит со спины ты. Блять. Борется, борется. Опоздан, что ты делаешь, пацан? А? Опоздан. Кто? Ну зачем? Ну ты ж видел, что по мне стреляли оттуда. Кто? Я не видел ничего, лол. Я ж сказал, по мне стреляют, типа. Кто? Ты не успел ничего сказать, издох. Я сказал, по мне стреляют. Ну. И умер. Да ты знаешь, что они там вдвоем. Ты слышал. Лол, подожди, чё, никого не забрал? А нет, я акулу только забрал, лол, их ещё живых. Пацан, а чё у тебя в городе какая-то бочка надувная на парашюте падает? Где? Я не вижу.
Ну, сейчас уже нет. А где она падала, можешь сказать? На дороге. Где там этот Лада стоит? Чуть правее ее. Где Лада? Громкая Лада. ГМ, которая перекрыла дорогу. Правее нее, вообще не вижу, какая бочка. Она падала, она исчезла. Я понял. Это... Я тебе ролик скину. Окей. Опоздал, что так много опций? Понял. Вот так. У них один почти все три, это даже... Дима даже нет. Ой.